Задоринку луч. Теперь мы будем его территорию обследовать. Идем. Сейчас. Вот там. Чтобы посидеть за столиком. Послушать, возможно. Вот там баскетбольная. Кидать мячиком там, волейбольным. Горки, что такое? Вот горы. Вот это песочек. Тут закрытый. Там горка. Вот там качели. Где можно четвером кататься. Опять горка. По прогулкам. А сейчас мы покатаемся. А вот столовка. Самое главное. Да. Столовая самая большая. Тут так жарко. 21 градус. Ой, какая жара. Ташкент. Оно для красоты стоит. Для того, что оно просто есть. Да. Ну давай просто обзорчик сделаем. Природа красивая. Елочки всякие, сосенки. Ну, конечно, территория красивая. В самом Слуцке находится. Ну, не в самом, возле Слуцка. Я пройду к ним в бассейн. Ух, да они плавают, ничего себе. А я, как Иисус, хожу по воде. А вот это король. Среди всех черепах. Ну, такая серьезная черепашка. Поплыла. Это брюлики, наверное, накопал. Нет, это, наверное, факел у него, я так понимаю. Ну, серьезные гномики. Забор нам не помеха. Вода, это ее заначка, будет пить. Колобочек. Засушливый год. И петушок. А природка, посмотри, как тут красиво. О, это сеть, а не жизнь. Все красиво. Ну вот это выход. И вон к магазинчику идем, морожка покушать. Я люблю случай, да? Смотри, мельница и катер. Бежим. О, это корабль. Точно. Мама, ты говорила, о, якорь от корабля. Видишь? Круто. А вот и сам корабль. Якорь отдельно, корабль отдельно. Моря не хватает. Самое главное у корабля — это мусор. Ну куда же без нее? Ну так серьезный корабль. Я буду покорять моря, океаны.
Дельфин. Я лекарь, лекарь сломали. Отгрызли враги. Та-дам! Не, не крутится, не трогай. Чего не успел? Столовка.